Прискорбная весть об Игоре Крутом пришла в Россию. Незадолго до смерти Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил о том, что Игорь Крутой болен раком. Многочисленные поклонники, глядя на свежие фото продюсера, убеждены, что смертельный недуг атакует его. В Сочи проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», организатором которого является Игорь Крутой. СМИ широко освещают это событие. В прессе то и дело появляются фотографии с мероприятия. Часто оказывается в объективе и Крутой. Многочисленные поклонники, изучив кадры, встревожились. Они пришли к выводу, что прославленный продюсер и композитор выглядит плохо. В отзывах публикации певицы Юлианы Карауловой, сделанной в социальной сети Instagram, где она позирует вместе с Игорем Крутым, подписчики высказали нелестные комментарии. Да уж, сильно сдал. Некоторые болезни, как рак, ни за какие деньги не вылечить, будь ты хоть трижды богат. Исхудал маэстро. Ого, ничего себе, не сразу его узнала. Не могу понять, денег куры не клюют, все в достатке. Ешь чего хочу, лечись где хочу. Почему болеют? Как он старо выглядит? Высказались комментаторы.